Привет! Это наша семья. Папа, мама, брат и я, Олег Байков, мальчик на колесиках. Вместе мы отправляемся в путешествие. Мы проедем почти весь Крым, пересечем Псковскую область и побываем в 4 районах Ленинградской. Нам интересно все. И народный быт, и военная техника, и флора, и фауна. Когда со мной моя семья, мне не страшны ни горы, ни ступени, ни бездорожье. Чтобы за нами могли пройти другие, мы внимательно следим за преградами, которые нам встречаются по пути, и советуем, что исправить. Перед стартом семейный совет. Сейчас здесь, в курортном, нам предстоит съездить в Коктебель, нам предстоит съездить в Феодосию и в Орджоникидзе. В путь нас ждут близкое знакомство со львами и дельфинами, поиски могил предков, соколиная охота. Будет очень интересно. Айда с нами!